был таким же туманным и неопределенным, ага, как пуля в сердце. Да, я яблочко понял. От яблони недалеко падает. Понял, во всем здесь чувствовался Джек Люпино. И да, мы сейчас его поймаем, не волнуйся, ты так переживаешь, прямо аж даже я заволновался за тебя. Не понял? Открывайся. Ага. Все, давай, погнали, Макс. Эффектно, эффектно. Вот так вот. Эта книга никогда не попадала в бестселлер. Ты хочешь эту книгу прочитать, что ли? Я не хочу. Погнали, давай, соберем. Стволы, тут вот аптечка. Ну, чтобы подлечиться. Готов? Раз, два, три, погнали. Вот так вот. Так, стоп, стоп, стоп. Есть. Да ну нахер. А откуда ты бросаешь-то? А откуда бросаешь? Я чуть не вижу. Я вообще не вижу. Я не вижу ни хера. Откуда бросил он? Кидает, смотри, а? Вот зараза. Давай, 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 Макс. О, теперь я бармен. Кому пивка, виски, текила. Угощайтесь. Только не забудьте чаевые оставить. Бар туда. Погнали, бухнем, Макс. Прикончи его. Сейчас, сейчас, ваши мечты для меня готовы. Прикончи, говорит, ушатай. Офигеть просто. Ой, надо подлечиться, иначе они реально меня ушатают тут. На раз, два, просто. Лежала типа книг на оккультные темы. Да зачем тебе оккультные знания, Макс? Мы же тут важными делами заняты. Чего ты отвлекаешься? А, циркач, блин, циркач. Прям каскадер, блин, выпрыгнул, блин. Аж не задумался даже. Вот так надо мочить. Так, так, я тебя... Зараза. Все, все, вижу. Так, аккуратно. Есть. Надо подлечиться. Погнали. Ага. Серьезно? Это Макс, да, это я. Сука. Вот это я понимаю, эфик. Прям слов даже нет у меня. Слово просто высыпало у меня во рту. Макс, ты крут. Ты просто крут. Да. Погнали. Да, ебать. Ух. А я сейчас тебя нахуй ушатаю. Ты кого ублюдком назвал? Ублюдок. Сучонок, а? Совсем страх потерял? Смотрю. Пасть-то открывает мне. Вот. Все. Совсем страх потеряли. О, вот тут-то я боюсь. Не, вот это вот реально страшно. Если, не дай бог, ёбнусь, то это будет полная жопа. Я прям по краю хожу. Вы хоть понимаете сейчас, через что я прохожу? Вот именно вот в этот момент. Я весь в поте. Вспотел даже аж, блин. Не могу даже прям вот... Все. Все нахер. И куда надо топать? Я аж подзабыл уже. Вперед, походу, с песней. Так. О, опять этот балаган, блин. Опять заставляет меня потеть. Тут главное не торопиться. Иначе придется все начать заново. Макс-то у нас не Дэдпул, чтобы восстанавливался от таких ран. Так что придется тут деликатно работать. Все. Привет! Да идите вы все сюда. Все. Ну что, открывайте. Есть. Да тут собирается, смотри. Давай. Есть, еще один. Все, походу, всех ушатал. Нет. Дробовик остался. Ничего, что я тебя назвал дробовиком? Без обид, мужик? Ну, что, обидишься? Поставил мне кличку дробовик, блин. Да я никого не хочу обижать. Я такой миролюбивый человек. Добрый я, одним словом. Рок-н-ролла зажигаем. Макс, поиграешь для нас? Нет? Давай. Зажигай, Макс. Танцуем диско, диско. Давай, Макс. Не хочет. Не хочет, мужик.
Лоб ебать. Эффектно. Хорошо. Дайте, я заберусь наверх. Блять, не получается. Давай. Есть. Ну что, наверх? Так, это лабиринт, походу, надо решать тут проблему. А это? Есть. Так, второй. Ага. Третий. Ну что ж, посмотрим, что я натворил. Так. Ну. Открыто. Открыто. Черт, да. Не убегай, пожалуйста, от меня. Это ты так пальнул? Нихера у тебя, куколка. Ты куда убегаешь? Эй, алло. Да вашу-то... Блин. Вот зачем такие вот досочки, блин, ставить? Я же боюсь. Не, они издеваются надо мной, посмотри. Опять начинаю я потеть. А я... О, о, о! Блять!